Всем привет, народ, с вами Варчик. В этом видео хочу вам рассказать про ошибки, которые совершаются игроками очень часто, и это им не дает наносить много урона. Очень многие танкисты имеют на десятках там средуху 2000, 1000, 1500 там, и это крайне мало, да и процент побед соответствующий, поскольку эффективность в бою низкая, поэтому и процент побед низкий. Что нужно делать для того, чтобы эффективность выросла? Для этого нужно безопасно наносить урон. А безопасно наносить урон, это значит, что вы будете дамажить, но свое ХП вы будете тратить только в тех случаях, когда вы идете целенаправленно на размен, но не будете получать лишнего. Мы будем рассматривать этот бой, и вы поймете, что нужно делать, и я вам расскажу, как последовательно и что делать, чтобы не получать лишнего, а давать урон. В начале боя едем на фланг, на котором есть союзники. Приезжаем сюда, здесь 28 какой-то слился, 90-ик союзный уже тоже умер, и бат остается. Итак, мы разворачиваемся и уезжаем. Почему? Очень часто многие мне спрашивают, как понять, что делать, на какой фланг ехать и когда ехать вперед в атаку, а когда ехать назад и защищаться. Так вот, если посмотреть на миникарту, она нам все скажет сама. Мы приехали на фланг, здесь нас было всего пятеро. Двое из них уже сдохло, бат и 90-ик. Остается ТС-5, 263 и я на Сомо СМ. Против нас Хэвик, 263 и 140-й. В принципе, если расценивать по танкам, то вражеские танчики уже на этом фланге жестче, чем у нас. Плюс еще наши союзники продавили город до самого упора и до вражеской базы. Это означает, что все остальные враги, которые не светились, они либо на нашем фланге, либо где-то посередине. Это означает, что те враги, которые не светились, они тоже могут быть где-то здесь. Поэтому нам агрессировать нельзя. Также еще последнюю пульку в барабане я не выдал, потому что Хэвик уже начал в меня раздавать барабан, плюс еще 140 повернулся, и этот последний снаряд стоил бы мне дорого. А дам ли я по Хэвику урон или по 140, это еще не факт. И за эти 300 урона я могу слить очень много. Плюс еще есть две арты, которые стоят, скорее всего, в А1, и они могут прямым мне давать урон. Также я не уезжаю отсюда, хоть здесь и очень плохо якобы должно быть, потому что много врагов. Но я отсюда не уезжаю, потому что мне по спине прилетит столько, что я не уеду. Да и союзников на базе много, поэтому две причины, почему уезжать нельзя. Потому что я пока буду уезжать, умру. Потому что я очень медленный, ватный, и буду уезжать полчаса под двумя артами. Да и нет смысла уезжать, потому что союзников сзади меня прикрывает очень много. Таким образом, мы выжили, дали немного урона и дальше готовы продолжать безопасно наносить урон и приносить пользу. Если бы мы ехали в атаку, мы бы уже сдохли. Но карта нам подсказала, что ехать в атаку нельзя, поскольку фланг правый наши продавили, очень много врагов не светилось, да и те, которые перед нами уже были, составляли большую угрозу. Также после каждого выезда из-за поворота я аккуратно выезжаю, смотрю, где что происходит, и закатываюсь, не стою. Тем более под Хэвика барабаном стоять нельзя. Даю в Хэвика вертушку по одной простой причине. У него довольно-таки кучерявая такая броня, и стрелять, стоять, сводиться особо не было смысла, тем более он раздает мне барабан. Сейчас Хэвик делает довольно-таки умную вещь, он дает урон мне по лампочке, то есть я выезжаю, у него засвечивается лампочка, он делает выстрел, наносит мне урон, потом делаю я выстрел и засвечиваюсь только после своего выстрела. То есть Хэвик не такой уж и глупый попался, он по лампочке стрельнул, нанес мне урон без засвета, а потом я засветился, когда сам стрельнул. Таким образом, тоже думайте, что вы делаете и какую информацию даете врагу. То есть этот урон я получил, потому что недооценил Хэвика. Я думал, он намного глупее, но Хэвик оказался
умнее, чем я рассчитывал. Поэтому одну тычку я ему подарил. Дальше, продолжая здесь выживать, потихоньку пытаюсь наносить урон и жду, когда враги совершат ошибку. Поскольку мы хоть и плохо продавили как-то город до вражеской базы, Хэвик решил вернуться назад. И сейчас Хэвик, походу, подумал, что он засветился с центра. Но засветился он сзади и не успел, потому что он очень медленный. Вот почему нельзя на таких медленных танках уезжать назад, если враги стоят перед вами. Поскольку если очень часто чекать, выезжать из-за поворота и проверять безопасно, конечно же безопасно, проверять, что там с врагами, то рано или поздно вы подловите врага на том, что он захочет куда-то переехать или убежать. Вот если бы я убегал, я был бы такой, как Хэвик. А так Хэвик убегал, и он просто умер, потому что, ну, такие танки, как Сома СМ и Хэвик, они могут убегать, уезжать назад, только в одном случае, если перед вами нету врагов, которые вас контролируют, поскольку они не дадут вам уехать. Вы так медленно уезжаете, что просто забей. Вы должны заранее по карте понимать, куда вам можно ехать, куда нет. Если вы уже заехали, все, вы не уедете на таких танках. Они крайне медленные. Здесь я перезарядился, приехал, убил 263, пока он смотрел на нашего 263. Я заехал просто в бочину, сначала хотел каток сбить, потом что-то не сбивался каток, да я просто его убил и все. Ухожу на перезарядку, поскольку барабан я уже раздал, и с одним снарядом что тусоваться. Очень просто невероятно жесткий совет: перезаряжать барабан на кнопку C. Или на кнопку S. Это, в принципе, одна и та же кнопка, что по-английски, что по-русски, просто S. Все. Мало ли, есть такие люди, которые не знают. Я хотел отъехать назад, чтобы без света объехать справа, но там как-то не понравилось мне, что Скорпион может выехать, тычку дать. Чекнул ТС-5, его здесь на повороте не было, это тоже ошибка. На таком танке бронированном стоять и просто не чекать поворот, не встречать врагов, а просто стоять посреди поля там где-то, это не очень. Здесь у нас револьвер выкатывается. Я даю сначала урон, просто в середину в него стреляю, точнее не даю урон, потом сбиваю каток, добиваю, все нормально. И здесь я совершаю ошибку, одну единственную за весь бой. Я не проверил поворот там, где должен был выезжать Скорпион. То есть почему я не поехал сзади объезжать вокруг дома длинного, чтобы выехать справа не через вот этот переулок, который сейчас слева от меня ближний, а сзади вон там треугольный такой дом, вокруг аж, я не поехал, потому что боялся, что Скорпион мне даст тычку. А сейчас я, когда выезжал, то не чекнул поворот там, где должен быть Скорпион. То есть я здесь совершил ошибку и поплатился сразу же на 500. То есть понимаете, что таких ошибок, которые совершаю я, одну за весь бой и сразу расплачиваюсь на 500, таких ошибок вы можете совершать очень много. И вы теперь понимаете, насколько важно контролировать карту. Очень много дает то, что вы смотрите на карту и можете просто знать за счет карты, ехать вперед или назад, и насколько важно аккуратно выезжать из-за поворота, если есть такая возможность. Здесь я проверяю повороты уже с Скорпионом, где он там может быть, поскольку там на дом можно заехать. Смотрю, ТС-5 стоит жопой, я даю выстрел, знаю, что сейчас вылезет Скорпион, он не попал, и я его добиваю. Я знал, что если я выезжаю на ТС-5, то сразу вылезет Скорпион. Но тут подо мной еще ЛТшки союзные были, и в принципе я думал, что если что, Скорпиона и добьют. А там в конце уже осталась арта, да и базу нашу уже почти взяли, поэтому я решил немножко поддавить. Сейчас вы заметили, что работа с картой очень важна, и она дает крайне много информации для того, чтобы вы наносили урон и делали победу. Можно было бы, конечно, рассказать вам, как именно выезжать из-за поворотов безопасно. Но это уже в другом видео. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.